Военнослужащие и контрактники национальной армии получат ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Постановление правительства об этом опубликовано в официальном мониторе Республики Молдова. Документом предусмотрена выплата средств военным, которые не были обеспечены служебным жильем, в том числе в гарнизоне, где они проходят службу, и которые включены в список учета лиц, нуждающихся в служебном жилье. Для получения компенсации военнослужащие должны предъявить договор на аренду жилья и доказательства того, что не владеют жилплощадью. Согласно проекту, размер компенсации не превысит одного должностного оклада. В настоящее время в Министерстве обороны зарегистрировано порядка 1390 заявлений военнослужащих на получение соответствующих компенсаций. Большинство из них работают в муниципии Кишинео, другие – в муниципии Белц. Предоставление компенсации данной категории военных является мерой, предусмотренной программой «Профессиональная армия 2018-2021», стартовавшей в марте этого года.